Привет-привет всех с 2021 годом. Сегодня 3 января, мы в сауне. Вот. Что не день, то праздник. Че, я басик засниму? В смысле опять? У меня уже 2 дня там не было. Да у тебя так голова только была видна. Сейчас покажу комнату. Здесь это кровать на всю комнату. Это вообще какой-то ужас. Хотела выйти на улицу, очень холодно, нафиг не буду, тем более раздетая, вон в купальнике, в этом фигне какой-то. Покажу вторую баню. Это побольше, чем наша, с бильярдным столом. Слушайте, это покруче, поинтереснее здесь. Но она, соответственно, и дороже, наверное. Мы-то взяли, да, там, 700 рублей час до 4 часов. После 4 часов уже 1000 рублей. Вышла оттуда, потому что там все полуголые, это во-первых. Во-вторых, там музыка играет. Ну, и как бы снимать-то других. Вроде бы все согласны, но все равно считаю это неправильно немножко. Слушайте, по поводу ПП. Нужно восстанавливаться, конечно, после новогодних праздников, как-то брать себя в руки и это... возобновлять это все. Мне там тоже девочки пишут, типа, давай вот это, чтобы взвешивание каждую неделю. Я все понимаю, это вообще крутая тема. Ну, блин, я просто боюсь, знаете, как-то опозориться. Я такая вроде бы сначала все хорошо, все на ПП, все прям вот так. Неделя-две проходит, все. Эльвина, да пофиг, к черту ПП, хочу шавуху, хочу мясо, хочу туда-сюда. И я просто не хочу быть балаболкой. Так что, возможно, сделаю. Хотелось бы, очень хотелось бы, прям реально вот взяться уже все. Тем более после ПП мне очень тяжело, реально. Я что-нибудь поем вечером, ну такую еду, вот эти салаты, Новый год же, у всех эти салаты, всякое жирное место. Ой, просыпаюсь на следующий день, у меня просто болит, болят кишки вообще все. Вот такая фигня, я, видимо, привыкла, хороший пищик нормальный, что вовремя все нужно кушать. И сейчас у меня вообще капец. Реально уже, наверное, день 3-й, вот просыпаюсь с болями в животе. Ну, потом все хорошо, конечно, стабилизируется. Но, видимо, уже организм привык к этому. Привык к режиму какому-то. Хотя я, в принципе, не особо соблюдала. Но все же. Что же еще? Скоро муж у меня приедет. Жду, не дождусь. Так вот, что-то хотела про комменты сказать. Что-то мне писали. Про Инну много писали грязи. Ну, зачем вы человека знать не знаете? Она показывает то, что, ну, я не знаю. Так вот судить, не зная человека, ну, я считаю, неправильно. Пишут, какая-то вообще грязь пошла. Зачем я вот этого не хочу? Не хочу этого негатива, какой-то злости. Мне кажется, люди должны делиться вот позитивом, добром. Наше время и так тяжелое. Еще и, знаете, друг на друга негатив какой-то выливать. Нафиг это надо? Нафиг это надо? Так что давайте, люди, будем добрее друг другу. Все-таки мы люди. Мы люди. Вот. Блин, приходят какие-то оповещения. И все сбрасывается, вся съемка. Ой, я тоже... Инна полетит в Египет с Олесей. Олеся там нашла там вообще супер-мега-дешевый перелет. И я вообще охерела реально за такую цену с двумя этими пересадками. Но это вообще огонь цена. Я посчитала через туроператора. Еще, знаете, в декабре месяце мне написали, будет пересадка в Москве, будет пересадка в Каире. Мне на семью насчитали 250 тысяч на 10 дней. Ну, ночей. Я такая, все, думаю, нафиг, никуда не полетим. Все, к черту, такие деньги, это же вообще... А тут Инка, считай, полетит. Я тоже хочу. Я тоже через, как Олеся, вот она смотрит, я тоже так же забила. И нормально.
Мне кажется, тысяч так 130-140 мы можем уложиться на 2 недели. Прям хочу, не могу, хочу Египет, я его так люблю. Я вообще обожаю. Прям хочу в Египет. Не знаю, получится, не получится. Еще как муж скажет, что он ничего не хочет. Дома, говорит, столько дел, нужно все делать. Тоже его понимаю. Но я прям устала, я хочу что-нибудь такое. Прям отдохнуть, куда-нибудь улететь. Поменять обстановку. Прям хочу, хочу, хочу. Там такая жара, море, это вообще кайф. Единственное, что смущает, вот эти пересадки. Я вообще, мне так тяжело даются взлеты и это, посадки. Вообще психологически, мне кажется, знаете, старею сразу же на несколько лет. И там седые волоски появляются на моей голове. Ну вот так. 3 января, все хорошо. Вчера были на день рождения у Сашки Коршунова. Сашка Коршунов, это двоюродный брат моего мужа. Ему 36 лет исполнилось. Позавчера мы опять же у них были. Тусили там 2 дня. Сегодня вот пошли в сауну. Вчера с Олей это по телефону договорились, чтобы снять, арендовать. Поэтому вот сегодня сауна у нас. Время идет, я офигеваю. Вот вроде бы Новый год был, уже 3 число, я вообще в шоке. Все в каком-то тумане, блин. Ну ладно, зачекинилась, отметилась. Всего хорошего, всем добра. Да-да-да, я выхожу, спасибо. Всего хорошего. Вся такая вообще мокрая. У нас тут, короче, спа-процедуры, мы тут скрабируемся, щетками шоркаемся. Вообще, короче, что только не творим. Девчонки там кофейным скрабом намазались, хотят это, хотят сняться. Ну и чё? Все нормально. Мы скрабируемся. Красотки. Папуасы собрались. Вообще. Все, все как да, предлагали. Да, действительно. Сейчас Вовочку покажу. Покажу Вовку, потому что Вова мне сказал, без него видео не снимай. Что надо сказать? Привет. Привет. Как ты, Вовочка, обычно говоришь, я здесь? Да. Я здесь тут? Все. Здесь все, да. Здесь все. Классно. Короче, у нас вообще реально по процедуре. Зачетно. Что только не сделали. Отдыхаем. Кофе. Сейчас буду это лицо свое скрабировать. Да, причем кофе у нас Эльвина собирала, то, что кофе сама пьет. Собирает вот эти остатки. Выкидывает его. Ну, в смысле. Не выкидывает. Щеплашку. Сушу. Сушит, да. И вообще тема. Сушит. Реальная тема. Короче, нет. Конечно. Да, конечно, нет. Но... Коля. Че? Ничего. Там же не видно меня, ведь, да? Видно. Как не видно? Я тебя просила, меня не видно, спросила. Видишь, сейчас ты видишь со вспышкой все. Уже, все. Привет. Давно не виделись, ага. Вообще давно. С прошлого года. Вообще. Так, дайте мне тоже намазаться. Выходим. А то сейчас все потратим. Душ? Вова? Весь мой кофе потратите на себя. Все в душ мы посели. Душ. Конечно, в душ. Басик-то нельзя. Не-не-не, в душ. Сначала в душ. Со скрабами тут а что? То, конечно. Мам, ты со скрабом. Что, малыш? Ты со скрабом. Ты со скрабом? Со скрабом, да. Он думает, что это там краб. Фух. Вот так вот. Вообще, самый лучший скраб – это кофе. Прям ничего не нужно. Да не краб, Вовочка, а скраб. Не знаю, место. Вообще. Сейчас крылья носа надо прям почистить, чтобы там какой-то шелухи не было. Ты зря, с молоком сегодня вышла. Я? А вот такая вот, да? Ой, она не смогла, давно не жила, я не знаю даже сколько. Ой-ой-ой. Ладненько, все, жарко, у меня телефон просто затупит, отключаюсь.